Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровища искусств. Картины знаменитых мастеров художественной репродукции. Фотогравюр. Баде к нам» под редакцией Александра Бенуа. Вот какое описание к работе Антонио Алегри по прозвищу Кареджи я нашел в этой книге. Работа называется «Ночь». Дрезденская галерея может по всей справедливости гордиться собранными в ней произведениями Кареджи. В их числе находятся четыре большие алтарные картины, из которых одна, так называемая «Ночь», изображающая поклонение пастыре младенцу Христу, в особенности пользуется известностью. Эту известность она приобрела тем, что все оригинальные черты великого мастера выказываются в ней с наиболее выгодной стороны. В ней Кареджи стремится передать всеми средствами искусства то глубокое чувство, то душевное волнение, которое способно возбуждать изображенная нами сцена. Яркий неземной свет, распространяющийся от младенца, падающий на окружающую его группу людей и проникающий в самые темные места, увеличивает жизненность изображения, так сказать, одевает в лучезарное величие момент явления Спасителя на землю, придает человеческим фигурам нежные телесные тона и сообщает прелесть даже неодушевленным предметам. От картины словно несется звучный аккорд ликования природы, людей и ангелов при лицезрении новорожденного Искупителя. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах. Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока-пока. До свидания.